Пышные барочные ворота, больше напоминающие триумфальную арку, это ворота сокровищ. Сегодня главным входом во дворец являются ворота сокровищ. Долма-Бахче был последней резиденцией османских султанов до их упразднения в 1922 году. И поэтому именно здесь сохранилась такая османская традиция с европейскими корнями, как смена почетного караула. Церемония, проходящая перед воротами сокровищ каждый час, неизменно собирает множество зрителей. Первоначально во дворцовом комплексе было 12 ворот. Самыми главными из них считались ворота султана, через которые мог проходить только сам султан и его ключевые министры. А ворота сокровищ должны были поразить своей роскошью европейских дипломатов, королей и императоров, посещавших дворец по приглашению султана. Верхнюю часть ворот сокровищ, в соответствии с османским обычаем, украшает золотая арабская надпись на зеленом фоне – тугра султана Абдулгамида. Тугра, конечно, выглядит на фоне барочных завитков весьма нелепо, зато придает воротам хоть какой-то османский оттенок.